Всем привет! Сегодня я буду готовить вот такой замечательный пирог с яблоками. Еще его называют шарлотка на кефире. Очень простой, быстрый и вкусный. Для начала нам нужно подготовить яблочки. Нарезаем мелкими дольками. Теперь готовим тесто. Разбиваем яйца. Добавляем щепоточку соли и будем взбивать на маленькой скорости, буквально пару минут. Добавляем сахар и взбиваем уже на максимальной скорости до пышной пены. Такого состояния вполне достаточно. Теперь в муку мы добавляем ванилин и соду. Все перемешиваем. К яйцам пока добавляем кефир и ставим на маленькую скорость перемешаться. В это время муку просеем. И теперь продолжаем перемешивать и понемножку подсыпаем муку. Форму застилаем пергаментной бумагой и смазываем растительным маслом. Духовку прогреваем до 180 градусов. Яблоки выкладываем в тесто и все перемешиваем. Выкладываем в форму. Отправляем выпекаться. У меня на этот пирог уходит примерно 50 минут. Ориентируйтесь на свою духовочку. И в любом случае духовку не открывать, не заглядывать. Хотя бы первые 30 минут. Пирог нужно проверить на готовность зубочисткой или деревянной шпажкой. Тесто не должно оставаться. Все. Теперь даем пирогу немножко отдохнуть, 20-30 минут. По желанию можно присыпать сахарной пудрой. Он еще не совсем остыл, но уже так все просят. Поэтому надо подавать. Вот посмотрите, какая красота получается. Он нежный, он воздушный, он очень похож на бисквитный, но в то же время он не такой сухой. То есть яблок достаточно, они дают свой сок в тесто, и оно получается как бы слегка влажновато. Получается изумительно. Обязательно попробуйте по этому рецепту. Уверена, вам тоже все понравится. Всем спасибо, приятного аппетита. Пока-пока.